Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и мы продолжаем знакомиться с точкой S3 Шаохай. Тема лекции, видеоурока у нас сегодня такая. Воспаленная щитовидная железа. Итак, точка S3 Шаохай наделена в акупунктуре такими свойствами, чтобы снимать воспаление в щитовидной железе. То есть, если есть в щитовидной железе воспалительные процессы, то через точку S3 Шаохай мы можем снять это воспаление. Но здесь, конечно же, отвлекаясь и пользуясь своей практикой, практической деятельностью, могу сказать, что одной точкой, конечно, мы можем помочь щитовидной железе и снять ее воспалительный процесс. Но разумнее будет провести диагностику 12 меридианов и знать, в каком состоянии 12 меридианов. Почему? Ответ. Потому как из 12 меридианов 8 контролируют щитовидную железу. И если мы не учтем состояние тех 8 меридианов, которые также контролируют щитовидную железу, то наши труды будут тщетны. То есть мы можем поправить немножко в лучшую сторону состояние щитовидной железы, но корень заболевания мы так и не обнаружим. И, конечно же, хотелось бы здесь обратиться ко всем людям, кто страдает заболеванием щитовидной железы, что это не очень тяжелое заболевание. Это прежде всего зависит от самого человека, хочет ли он сам себе помочь. И если он хочет себе помочь, то акупунктура ему в помощь. Прежде всего нужно огромное желание помочь себе. И точки, как мы видим, также могут помочь в любом заболевании, а здесь я подчеркну, в любом воспалительном проявлении заболевания щитовидной железы. И точка S3 нам поможет снять воспаление. Спасибо за внимание.